Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Як змінити власне життя? Саме про це ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. У нас в гостях засновник тренінгового центру «Connect» та засновник благодійного фонду «Янголи Різдва» Євгенія Шматкова. Вітаємо. Да, ми знаємо, що вже зовсім скоро, вже 30 травня, відбудеться дуже цікавий онлайн-вебінар саме на цю тематику. І наше перше питання – як саме змінити своє життя за допомогою розкладу на кожен день? Да, еще раз здравствуйте. Тоже рада, что попала в вашу студию. Немножко давно не была. И хочу поделиться, конечно, вот этим новым проектом. Сегодня как раз пришла именно в большей мере рассказать именно про этот проект. Это проект, он называется действительно «Как изменить свою жизнь, используя конкретный алгоритм», то есть пошаговую систему, причем по расписанию на каждый день. Это та возможность любого человека, которую так вот достаточно людям не хватает. Не хватает, например, есть желание что-то изменить, но не знаешь, с чего начать. Есть желание, понимаешь, что там идешь по течению, но опять же не понимаешь, что тебе дальше делать и к чему приведет, например, там, постоянная работа на начальника или что-то в этом роде. То есть у каждого человека есть какие-то свои мечты, которые он хочет осуществить, но знаете, это, как я это называю, это что-то типа непрожитой жизни. Ты понимаешь, кем бы ты мог быть, но на самом деле ничего для этого не делаешь, а это очень обидно. Как сами вы до этого дошли, до такой программы? Так? Да, дело в том, что со мной тоже случилось нечто подобное. Во-первых, первое такое негласное название этого тренинга, он называется «Как вылезти из же», так юморной немножко. Потому что когда-то, в принципе, из этой же вылезать пришлось мне. То есть у меня был жесткий очень кредит, очень высокий, который исчислялся в 100 тысяч долларов. И были вопросы такие, как хотела избавиться от курения, от зависимости расслабляться спиртным. Вот как большинство людей, которые чего-то чувствуют, что могут чего-то достичь. Слабкости такие. Да, вот это даже не слабкости, а все время расслабиться не можешь. Mm-hmm. И вот много вот таких моментов было. Я понимала, что я что-то могу такое создать, но не знала как. И очень мне надо было вылезти из этого кредита. И я поставила себе сама систему, подобрав некий материал, познакомившись с великими изысканиями там какими-то. И просто составила себе расписание на каждый день. И начала его исполнять. И вот благодаря моему реально расписанию я настолько изменила свою жизнь, что... это действительно очень круто, потому что, во-первых, я стала действительно, создала свой тренинговый центр с нуля, полностью создав, стала бизнес-тренером, работая над собой, изучая параллельно контекстную рекламу, и так далее, и тому подобное. И получила, кстати, за свой тренинговый центр, вместе со своей уже командой, у меня уже большая команда, с которыми мы работаем, это выбор споживача, нам дали приз, мы вошли... Это ценная награда, которая стала нам в студии. Мы в три лучших компании Украины вошли. Это, знаете, что это значит? То, что не просто это выдумано, это конкретно, когда делали социальный опрос, большинство предпринимателей говорили о том, что учиться надо в Коннекте, потому что там круто, потому что там объясняют, потому что там не бросают, потому что там доводят до результата. Это действительно очень классная награда. Потом мне позвонили еще раз, я получила медаль Украины, то есть лидера Украины. Это в 3% самых значимых людей Украины. Это реально тоже для меня было ошарашено. Я просто работала очень много по своему расписанию. И вот такие результаты. Плюс у меня очень большая дружная семья, где есть взаимопонимание, любовь, дружба, все, что нужно. И очень хорошие друзья. То есть плюс вы знаете, что я основатель благотворительного фонда. Угу. Это мы в течение 4 лет окружили себя, подобрали команду из 400 человек. Угу. То есть те, которые занимаются реально добрыми делами. И в этом году только мы получили уже документы уже фонда. А чем сам занимается благотворительный фонд? Мы вообще всегда поздравляли сначала детей на праздники, потом перешли делать для них мероприятия. И следующий проект, который мы сейчас будем реализовать, это как раз им объясняя, что можно составить это самое расписание, что можно воспользоваться другими инструментами, не думать о том, что ты находишься там где-то на обочине жизни, то есть это можно объяснить. И плюс у меня
В планах огромный проект, это борьба с наркотиками. У меня уже готов тренинг, и я и моя команда, мы будем методично объезжать все школы и методично собирать актовые залы и объяснять, что это такое. Немножко вот подвела вот эта пандемия нас, угу. Мы должны были чуть раньше стартануть. Ну, до речі, ще до пандемии, я как раз хотів запитати, ваші вебінари проходять у форматі онлайн, да, навчання. Да. Та саме, наскільки такий формат зараз є актуальним, і саме під час карантину, коли була самоізоляція, ніхто не мог виходити з дому, особливо було важливо налагодити цей процес. Да, так? Очень, вообще, дело в том, что у меня всегда были онлайн-курсы, потому что я сразу понимала, что, ну, во-первых, это очень удобно, когда предприниматель приходит после рабочего дня домой и спокойно смотрит меня по телевизору, значит, я веду вебинар, потом у нас два раза в неделю по Гуглу вебинар, это потом второй раз в неделю у меня вебинар, где я разбираю каждого предпринимателя именно его вопросы, почему у него не получается тот или иной результат. И мои предприниматели, они получают заявку с 10 переходов, это по контекстной рекламе в Google, это когда тебя в поисковике ищут, ты первая и вторая строчка, это то, чему я конкретно обучаю. Ну, до речи, про самый курс Google, это окреме питання саме, тому що це дуже важлива такі частина вашого і тайм-менеджменту, розкажіть про це докладніше. Да, і от курс Google, он тоже, знаете, как родился, нужно было просто продвигать товары, и мне пришлось этому обучаться. А потом, когда я выяснила, что я становлюсь в этом деле профессионалом, я получила сертификат о том, что я специалист Google, специалист аналитики Google, я поняла, что мне надо продавать это, то есть обучать людей, как это делать. В чем самое навчание? Да, и навчание происходит в том, что у меня два раза в неделю занятия, приходят ко мне предприниматели, это онлайн идет, значит, вебинар, значит, у меня работает служба поддержки, то есть каждого предпринимателя за ручку ведут до результата, то есть ему объясняют, вот это поменяй туда, это поставь сюда. Значит, заявка, заявленный нами результат, это, еще раз повторюсь, заявка с 10 переходов. Этого никто не дает на Украине, и ни одна компания на Украине не может позволить себе вот так вот в прямом эфире просто разобрать предпринимателя и сказать, что тебе сделать, чтобы, например, доход у тебя увеличился на 30%. Это делаем только мы. Цікаво, які галузі саме розвиваються? Чи можливо до вас, наприклад, привести спортсмена, який хоче розвиватися, щоб його можна було знайти у соцмережах? Да, это есть, во-первых, это вы говорите уже про соцмережи, это уже Instagram, это второй курс у нас тоже, пошаговый алгоритм. Ну, спочатку про Google саме. Да, по Google, смотрите. Якщо в Google пошуку, наприклад, завести. Да, любая услуга, если человек хочет продвинуть себя, хочет продать товар, это может быть и вещи, это может быть, он может быть производителем, ему нужно найти оптового покупателя, это может быть человек, который тоже производитель, хочет найти себе на дропшиппинг кого-то, кто его будет потом продвигать. То есть это все вот этому мы обучаем. Естественно, обычные товары, мебель там и так далее, телефоны, чтобы они не продавали. И вот мы, во-первых, удивительно в этом отношении, что, знаете, обычно какие результаты? 100 человек увидели объявление, 2 кликнуло, а у нас 100 человек увидели объявление, 30 кликнули. Это называется CTR. 30% то, что мы обещаем. Ну и, соответственно, самое главное, что не все на четвертом уроке курса уже отбивают деньги. То есть у меня оплата курса идет, да, на расчетный счет, и они уже возвращают дуже свои цікаво. Деньги. Якщо приходишь уже до соцмереж, то самый формат Инстаграма, что он в себе включает? Ну, вообще, вы понимаете, что на Украине самое главное, где ищут товары? Они ищут их либо в Google поиске, либо в Инстаграм. И в Инстаграм так же самое, есть пошаговый алгоритм, начиная от шапки аккаунта, то есть как, чтобы человек зашел, понял, что там продают, почему покупать именно у тебя, как найти, допустим, навигацию по аккаунту, разобраться с ней, надо разобраться, потому что человек заходит и одни штаны нашел, не понимает, как найти другие, то есть мы всему этому обучаем. Потом это органический поиск, это хэштеги, правильная настройка выдачи в Инстаграм, и плюс таргетированная реклама, это очень сейчас в тренде. И опять же у нас алгоритм, как везде у меня во всех проектах, то есть идет пошагово вычистка вот компании так, чтобы она максимально давала прибыль. Ну, мы получаем, например, в Инстаграм уже сейчас 10-20 гривен, это продажа, заявка.
То есть человек, например, продает брюки, вот он 20 гривен заплатил за таргетированную рекламу и продал, получил себе клиента, угу. Очень круто. Ну и так далее. Вот это вот два этих курса, они очень мощные, и один, и второй, и аналогов их на Украине точно нет. Это... Дуже цікаво. І ще про результати, які зараз вже на вашому марафоні. Да, марафон, это, еще раз расскажу, вот дело в том, что у нас есть, естественно, сам вебинар. На этом вебинаре я 30 число пошагово в любом случае даю полностью алгоритм, как, ну, во-первых, я даю инструменты. Ты берешь первый инструмент, второй, третий, четвертый. Ты составляешь из этих инструментов само расписание, и по этому расписанию, значит, работаешь каждый день. Если ты хочешь идти, например, под моим руководством, то человек мне заполняет анкету, я составляю ему расписание в зависимости от него, вытягиваю, ну, что из него можно получить, из этого человека, и мы начинаем действовать. И вот я вам скажу, у меня 17 человек сейчас на этом марафоне, и результаты просто зашкаливают. Одна девочка, она была моим ученицей Google, как раз вот у нее металлочерепица производитель. Значит, она, значит, у нее будильник звонил по инструментам, вот это надо сказать, вот это подумать, это так сделать. И она говорит, Женя, я получила 500 000 контракт за эту неделю, просто изменив сознание и используя вот эти твои фишечки, она мне говорит. Да, и вторая девочка у меня вообще пришла, она работала на дядю много-много лет, ну, порядка 10 лет, и мы с ней выяснили, что она может, она сумела поговорить так с своим начальником, что ее перестали загружать, а стали за то, что она, значит, делает доп. Работу, все ему доплачивать, она стала зарабатывать больше денег, ей дали личного водителя на работе, и она параллельно уже открыла бизнес, и вот сейчас мы уже обучаемся на третью неделю марафона, как его продвинуть в Инстаграм, это просто, я считаю, волшебство, это человек 10 лет работал и не видел, что с ним будет ну, дальше. Це насправді магія. І ще хочу запитати ще про вас. Про ви вже так згадували про підсвідомість, да. Наскільки це важливий такий фактор в досягненні успіху, про закладку ваших розуму та взагалі про візуалізацію. Конечно. Як до цього діти? Это тоже есть у меня вот в этом курсе, как раз и в тренинге, я об этом говорю. Ну, во-первых, один из важных, ну, все, наверное, смотрели фильм «Секрет», я в любом случае его предлагаю посмотреть всем. Я и ребенку своему недавно показывала, то есть это действительно круто. И когда ты этот фильм «Секрет» начинаешь понимать, как это все работало, и выкладывать это на бумаге, то есть сделать один час вот это, один час вот это, один час вот это, один час вот это, у тебя просто нереальный результат. Вот, например, человека, который мне помог с моим домом, да, с кредитом, я притянула за 2 недели, просто отработав себе сама алгоритм, продумав, какие слова у меня будут, какой у меня будет, какие я фразы буду повторять и что я буду визуализировать. Это через 2 недели произошло, я только начала делать. И ровно через год я решила все. То есть все, вот то, что мне казалось когда-то вообще недостижим. У меня были коллекторы, то есть боль бесконечная, вот такая именно настоящая. Какая, конечно, там спиртное будет, потому что когда ты постоянно в боли. Но тут надо либо принять решение, а сейчас я на вот марафоне, у меня девочки поизбавлялись от привычек вредных. Просто систему им дала, говорю, вот это делаешь, вот это, вот это. Относишься к этому так, так, так. Если тяжело, пишешь всем, мы все вместе здесь. И у нас такой... Ну, очень классный такой коллектив, тусняк такой. И в Вайбере, и мы раз в неделю встречаемся в конференц-комнате, пока не получается. Дуже цікаво. Ще наостанок, як долучитися до вебінару, як знайти, де зареєструватися? Да. Ну, можна написати прямо в поисковике «Тренинговый центр Connect». Во-первых, да, сразу появимся мы впервые в поисковике, и там найти раздел «Курс успеха». Вот, и, какие умовы для участия? Вообще сам курс, сам тренинг, вот этот, который будет 30-го, всего 150 гривен. Почему? Потому что хотим отсеять зевак. То есть нам нужны только люди, которые действительно чего-то хотят. Если они хотят чего-то большего, то уже там есть условия марафона. Это только початок. Да, так? Да, сколько будет продолжаться вебинар? Сам вебинар будет 2 часа, он примерно 2 часа идет. Ну а марафон, сколько человек пожелает? То есть сколько ему это надо? 5 недель – это максимальный пока пакет. Отже, 30 травня, в якій годині? Початок? 18 часов. 18. Дякуємо дуже за те, що прийшли до нашої студії. Дуже цікава тема, як взагалі змінити своє життя на краще. В нашій студії сьогодні засновник тренінгового центру «Connect» та засновник благодійного фонду «Янголи Різдва» Євгенія Шматкова. Дуже дякуємо. Благодарю вас. Мене звати Дмитро Богомолов, залишайтеся з нами.